Уважаемые жители и гости страны.
рады приветствовать вас в Центральном академическом театре Российской армии. Сегодня мы собрались на торжественную встречу, посвященную 35-летию окончания боевых действий в Республике Афганистан и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Ведущий концерта, заместитель председателя Союза писателей России, поэтесса Нина Попова. И председатель Московского союза организации участников войн и боевых операций Дмитрий Попов. Для торжественного открытия встречи вносится государственный флаг Российской Федерации, флаг Министерства обороны и города Москвы. Председателя Московского объединения организаций ветеранов локальных войн и военных конфликтов Саликова Анатолия Николаевича. Брагина Николая Александровича. Депутата Московской городской думы Картавцеву Ларису Руслановну. Боевые друзья, мы приглашаем к микрофону депутата Московской городской думы Портасову для зачитки приветственного адреса председателя Московской городской думы. Действительно, очень волнительно сегодня находиться здесь, в этом зале, с замечательными людьми. У меня очень важная и почетная миссия. Позвольте мне зачитать приветственный адрес у председателя Московской городской думы Алексея Валерьевича Шапошникова. Уважаемый Анатолий Николаевич,
От имени депутатов Московской городской думы приветствую участников встречи, посвященной 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В эти дни мы вспоминаем тех, кто защищал мир, кто выполнял освободительную миссию за пределами Родины, кто стоял и стоит на страже территориальной целостности и национальных интересов России, кто верной службой и мирным трудом укреплял и укрепляет славу и мощь нашей страны. Мы чествуем защитников Отечества всех поколений, с гордостью вспоминаем их подвиги, благодарим героев Великой Отечественной войны, ополченцев, воинов-афганцев и бойцов, которые сегодня сражаются на передовой. Прошло 35 лет с тех пор, как последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. События афганской войны навсегда останутся в нашей памяти. Заслуги воинов-интернационалистов, ветеранов боевых действий признаны на государственном уровне. Москва заботится о каждом, кто прошел горнило войны, кто исполнял свой интернациональный долг. Сегодня ветераны локальных войн продолжают служить Отечеству и своим товарищам. Вы и сейчас в строю на защите Отечества. Хочу поблагодарить вас за важную наставническую, общественную и гуманитарную работу. Для подрастающего поколения именно вы – пример героизма, мужества, преданности родной стране. Уверен, общими усилиями сделаем все возможное для безопасности и процветания нашей Родины. Уважаемые ветераны, защитники Отечества, желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов, удачи во всем. Спасибо за ваш подвиг, председатель Московской городской думы Алексей Валерьевич Шапошников. Спасибо. Сегодня мы собрались в этом прекрасном зале Центрального академического театра Российской армии для того, чтобы вспомнить всех, кто не вернулся, чтобы сказать тем, кто вышел, большое спасибо, сказать спасибо, кто дошел до Родины. Мы 10 лет в Республике Афганистан провели большую работу, как боевую, так и гуманитарную. Ведь строили дороги, строили школы, строили дома. Много было сделано. И советские вооруженные силы с честью выполнили поставленную задачу партии и правительства. Никто не дрогнул в этой войне. А когда была поставлена задача выйти, мы под руководством командующего героя Советского Союза Громова вышли достойно из Республики Афганистан и встали на свои места постоянной дислокации. Я поздравляю всех с 35-й годовщиной вывода окончания войны и всех тех, кто защищал Отечество за пределами Отечества. Я желаю всем крепкого здоровья. Я желаю, чтобы наши дети и внуки, которые защищают сейчас Родину на Украине, остались живы, пришли к нам в наши теплые и надежные объятия. Всего вам хорошего, и концерт вам, безусловно, понравится. Ну, давайте, у нас еще в торжественной части предусмотрено награждение наших активистов. И я прошу молодое поколение выйти сюда. Дорогие друзья, сегодня мэр Москвы подписал указ о награждении благодарностью. Уважаемый Сергей Викторович Кузнецов, благодарю вас за вклад в развитие ветеранского движения в городе Москве и активное участие в патриотическом воспитании молодежи. Сергей Семенович Собянин. Благодарность мэра Москвы, уважаемый Дмитрий Николаевич Конофеев. Благодарю вас за оклад развития ветеранского движения в городе Москве и активное участие в патриотическом воспитании молодежи. Савельев.
Благодарность мэра Москвы, уважаемый Владимир Владимирович Столяров. Благодарю вас за вклад в развитие ветеранского движения в городе Москве и активное участие в патриотическом воспитании молодежи. Сергей Семенович Собянин. Безупречную службу городу Москве 30 лет. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Благодарю. Служу Отечеству. Дорогие друзья, от Организации ветеранов боевых действий России также поздравляю вас с 35-летием вывода советских войск из Афганистана. И хотел бы сказать, что наши две организации, которые сегодня проводят концерт, за 2023 год только по гуманитарной помощи воздушно-десантным войскам, спецназу, БАРСам порядка 90 миллионов рублей направили туда помощь. Год назад мы подписали соглашение с БАРСом-16. Перед Новым годом мы были у них в гостях, вручили подарки. Я бы хотел пригласить на сцену двух замов БАРСа-16. Это Шарин Максим Юрьевич и Семенчук Алексей Михайлович. Они поднимаются на сцену. Я бы хотел сказать, что москвичи целыми семьями ушли на СВО. В зале присутствует Дементьева Яна Сергеевна, которая добровольцем с мужем ушла на фронт. Где у нас? Повернитесь, пожалуйста, давайте поаплодируем. Она только вышла из госпиталя, а муж еще с тяжелым ранением. Спасибо вам большое. А также хотел сказать, что мы, афганцы, считаемся преемственниками наших ветеранов Великой Отечественной войны. В зале присутствует, вот здесь молодой человек чуть поторопился, Антонина Алексеевна Белозерова, которая через несколько дней отметит 100-летний юбилей. Хотел бы наградить наших боевых товарищей медалью ветерана боевых действий России. Антон Николаевич, помогай. Письмо в адрес Организации ветеранов боевых действий
Уважаемые ветераны, братья по оружию, примите сердечные поздравления с 35-летием со дня выхода войск из Афганистана. Как бы ни трактовали политики афган, для нас это подвиг советских воинов, позволивший на треть столетия отодвинуть военное столкновение с западниками, которое развернулось сейчас на территории бывшей братской республики Украины. Светлая память павшим за Родину, честь и слава живым героям. Это чистая правда. Лично под моим командованием сейчас в строю находится человек, который еще в Афгане выполнял свой долг. То есть вы до сих пор в строю, как там, так и здесь. Спасибо вам за то, что вы сделали. Сегодня кто-то сказал, что нам сегодня сложнее. Не могу с этим согласиться, потому что мы стоим все-таки на своей земле. А вам тяжело было там. Поэтому спасибо вам, мы не подведем. Дорогие мои друзья, вчера случилась трагедия для меня лично, для всех, я думаю, десантников. На 72-м году жизни от нас ушел большой, не побоюсь этого слова, великий человек, герой Советского Союза, гвардии генерал-полковник Ватрохин Валерий Александрович Балагур, поэт, любимец женщин, требовательный командир. Он долго боролся со своим недугом, но вот так случилось. Друзья, память о всех тех, кого с нами нет. Третий тост, конечно, у нас еще все впереди. Я прошу почтить минуты молчания. Спасибо большое. А дальше давайте начнем наш праздничный концерт. Все-таки это большая дата. Мы, которые выполнили действительно долг тоже свой до конца, то, что ставила на Родину, и с достоинством вышли из Афганистана. Спасибо вам большое. Приятного просмотра. Спасибо. Мы просим почетных гостей и организаторов встречи пройти в зал. А мы продолжаем. И давайте проводим наших организаторов аплодисментами. Выносится государственный флаг Российской Федерации, флаг Министерства обороны и флаг города Москвы. После исторической победы нашего народа в Великой Отечественной войне войны на земле не прекратились. И начиная с 1946 года и вплоть до распада Советского Союза, около 1,5 миллиона советских солдат и специалистов приняли участие почти в 40 военных конфликтах по всему миру. Но самой долгой и продолжительной была война в Афганистане. Минувшего века уроки. Уроки афганской войны. Солдаты ушедшей эпохи, исчезнувшей с карты страны. И разные судьбы и даты, но все опалила война. Свой долг выполняли солдаты. В
Запомните их имена. Участник войны в Афганистане Юрий Кирсанов считается основателем армейского бардовского творчества. Его произведения вошли в золотой фонд песен, рожденных в Афганистане. По его собственному признанию, примером ему стали поэты-песенники времен Великой Отечественной войны. И как нам, друзья, не вспомнить здесь легендарную кукушку на слова Виктора Кочеткова, фронтовика, участника Курской битвы. На сцене православный хор инженерных войск «За веру и отечество» с песней «Кукушка». Снится часто мне мой дом родной. Лес о чем-то о своем мечтает. Серая кукушка за рекой. Сколько жить осталось мне, считает. Чью-то.
Варнаве. Спасибо. Многие мальчишки 60-х, воспитанные на подвигах фронтовиков, мечтали о том времени, когда сами наденут военную форму и смогут проявить себя на ратной службе. Одним из таких мальчишек был Станислав Юрко, который к 18 годам уже стал мастером спорта международного класса по дзюдо и совершил 30 прыжков с парашютом. Уже во время службы в десантно-штурмовой бригаде раскрылся творческий талант Станислава. Родились его первые песни, посвященные Афганистану. И мы приглашаем на сцену участника войны в Афганистане, автора-исполнителя Станислава Юрко. Стоп!
благодаря первым фестивалям солдатской песни произошло знакомство авторов-исполнителей с творчеством друг друга. И они стали объединяться в музыкальные группы. Именно так и была создана группа «Шурави», в которую вошел и Игорь Морозов, автор легендарных песен «Батальонная разведка» и «Мы уходим». В составе группы был и Сергей Кузнецов, побывавший со своими песнями во многих горячих точках и продолжающий выступать с патриотическими концертами перед учащимися в составе творческого коллектива Союза писателей России «Один бригада». И мы приглашаем на сцену Сергея Кузнецова с авторской песней на стихи Игоря Морозова. Всех с праздником! Песня стала не просто увлечением или желанием высказаться,
она стала образом жизни, стала гражданской позицией. Так на свет появилась эта авторская песня и сегодня не потерявшая актуальность. Мы приглашаем на сцену Владимира Мазура с песней «Афганская статистика». Добрый день, дорогие боевые друзья, уважаемые гости концерта. Я рад с вами сегодня отметить нашу 35-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Вышел на эту сцену со своей 12-струнной гитарой, которая так же, как и песни «Афганская статистика», исполняется 33 года. Во славу и в память о всех, кто воевал в Афганистане. Синдром не добил, добиваю любой ценой.
полосатый не видит вокруг ничего, кроме боли и слез. Жизнь один послан затутый труд, как никогда до травных роз. Каждый тридцатый сидит на игле, но не верит, что наркоман. И от ответников в этой зале сможет только лишь новый дурман. Каждый трехсотый без руки лицо, и протезы не в радость ему. Кто ему в жизни хоть чем-то помог, эти льготы уже ни к чему. И если один выпадает на сто, то в тюрьме продолжает свой путь. Это немало, но именно то, чем нас любят и разум пригнуть. Это не мистика, тянет на платье, как ничем афганской войной. Это статистика та, что давно затянула нас мертвой петлей. В этой ловушке мы все как один, только номер у каждого свой. Те, кого это синдром не добьют, добивают любовью ценой. Каждый первый из тех, кто там поют, не забудет о том никогда. Каждый первый из тех, кто там был, не забудет о том никогда. Спасибо, друзья. Берегите себя, берегите друг друга. Владимир Маркос. Не только автор-исполнитель, но и режиссер сегодняшнего нашего концерта. В районе Перова находится Государственный музей афганской войны, выставочный зал которого создавался на общественных началах. Там собраны уникальные экспонаты того времени, подлинные вещи ребят, воевавших в Афганистане. А 9 сентября 2017 года в районе Новогиреева после реконструкции был открыт мемориал воинам-москвичам, погибшим в Афганистане. Так Москва отдала святую дань памяти тем, кто выдержал экзамен на прочность и силу духа и вписал новую героическую страницу в истории столицы и в истории нашей государственности. День открытия мемориала стал днем зарождения новой важной традиции – акции «Бессмертный контингент». По аналогии с шествием «Бессмертный полк». Фотографии погибших в Афганистане и умерших от болезней и ран уже в мирное время солдаты и офицеров несут члены их семей и молодое поколение москвичей. И это яркий пример преемственности поколений. За мужество и героизм, проявленных при выполнении боевой задачи в Афганистане, орденами и медалями награждено более 200 тысяч воинов. 86 из них стали героями Советского Союза. В память о невернувшихся наших товарищах объявляется минута молчания.
как святая дань памяти, вручается цветы родителям погибших воинов. Богоборца. Распоряжением патриарха Московского и всей Руси Кириллу храму присвоен статус храма воинских организаций участников боевых действий. Воины-интернационалисты стали прямыми преемниками воинских традиций фронтовиков. А сегодня уже бойцы специальной военной операции обращаются к нам, афганцам, как к старшим братьям. Благодарят нас и говорят о том, что уже наши примеры героизма вдохновляют их на борьбу. Лютый враг атакует границы, воют мины и пули свистят за деревни, аулы, станицы, за отечество бьется солдат, четким маршем проходят колонны тех, кто не отсиделся в тылу по Москве, Хасавюрту, Коломне, по Казани, Уфе и Орлу. За широкой спиной солдата, сквозь пожарища, смуту и ложь, словно сокол, взлетает крылато тот расцвет, что родней не найдешь. Перед ним многоликая свора, что пришла русский мир покорять. Наш простор, наша слава и слово не дают им покоя опять. Будет биться солдат до победы, защищая и дом, и сердца. Ведь шинель на солдате от деда, а афганка под ней от отца. Именно стойкость воинов всей нашей многонациональной страны, несгибаемый дух и генетический код победителя, передаваемый из поколения в поколение, позволяют с уверенностью повторять девиз Великой Отечественной войны. Враг будет разбит, победа будет за нами. На базе 201-й мотострелковой дивизии Министерства обороны Российской Федерации в Республике Таджикистан была создана группа «Иван». И мы приглашаем ее на сцену, художественный руководитель Анвар Алилов. Добрый вечер, дорогие друзья. С праздником! Я знаю, что мою песню хорошо. Я не хотел.
за счастьем, край мой милый, под свое возьми крыло. За любым воином-героем стоит сильная женщина. Именно женщина хранит солдату дорогу в дом. Когда на чаше у весов вселенских война лежит немилосердной глыбой, не отсиделся ты в поселке Энском, ты сделал выбор. Коротких СМС мне очень мало, но благодарна и за это чудо. Сейчас роптать, мой милый, не пристало, и я не буду. И я нашла единственное средство, спасительное от разлучной боли. Пишу я письма, чтобы в них согреться твоей любовью. Сама пишу, сама и отвечаю, бегут слова по замкнутому кругу. Но полночь входит не концом печали моей подругой, и не нужна мне истина другая. Я только сердце в любящем ведома, пишу я письма, в них оберегаю дорогу к дому. Заслуженную артистку России, солистку Центрального дома Российской армии, побывавшую с концертами во многих горячих точках, Зинаида Сазонова. Встречайте! Солдат свою верную службу несет. Он родину любит всегда. Во славу отчизны и жизнь отдает, чтоб мир сохранить навсегда. Россию солдат защищал, за землю родную и жизнь отдавал. Сражался умело, не зная преград, живыми хотелось вернуться назад. Солдаты, офицеры не только на войне, служить умеют верно родной своей стране. И пусть любовь и вера поможет в грозный час. Солдаты, офицеры, надеемся на вас. Идут молодые солдаты страны, любимой России, ребята верны. Их мать провожала, не споря с судьбой, лишь тихо сказала: вернитесь домой. Офицеры, надеемся на вас.
Сазонова. А сейчас очень важная минута. Мы специально ее оставили, чтобы прозвучала сначала песня, вот эта, которая тронула всю нашу душу, чтобы объявить следующее, что среди наших почетных гостей присутствует малолетняя узница фашистского концлагеря, поэтесса, почетный ветеран Москвы, Баринова Алла Александровна. Просим вас, Алла Александровна, покажите нам. В 1981 году во время подрыва БТРа огнем обожгло его лицо и тело. Но не сожгло его мужественную душу, его стремление к жизни и творчеству. Александр Карпенко успел побыть только 2 месяца в Афганистане в военном переводчике. И потом долгих 3 года возвращался с этой войны, меняя госпиталя. И в этом неуклонном стремлении к жизни, в этой схватке с бедой и вопреки ей, он вернулся к поэзии. Но это была уже особая поэзия. Поэзия у воина. Поэзия мужества. Мы приглашаем на сцену еще одного участника группы «Шурави» Александра Карпенко. Дорогие афганцы, поздравляю вас с юбилейной годовщиной вывода войск из Афганистана. Передо мной должен был выступать мой боевой товарищ, герой Советского Союза Валерий Бурков, ныне Инар Киприан. Но он заболел и попросил меня прочесть, а он должен был петь песню на мои стихи «Поговори со мной, трава». И вот я сейчас прочту вам эти стихи без музыки. «Поговори со мной, трава, скажи мне, где берутся силы? Меня ведь тоже так косили, что отлетала голова. Скажи, подружка, как дела? Какие снятся ветру дали? Меня ведь тоже поджигали. Я, как ты, сгорал дотла. Откуда силы-то взялись? Казалось, нет нас, только пепел. Но мы из этих смертных петель, как птица феникс, поднялись. Скажи мне, нежные слова нас ждут и праздники, и будни. Я снова молод, весел, буен. Поговори со мной, трава». А сейчас я хочу прочесть стихотворение, которое является своеобразным поэтическим манифестом, панацеей. «Я живу дыханием пламенея, силой духа мыслим и творим. Есть одна от смерти панацея — это жизнь, что отдана другим. Я мечтаю нежным быть и нужным, и когда сбывается мечта, прихожу я в родственные души, чтобы в них остаться навсегда. Этот мир — твердыня катаклизмов, но как всадник, что всегда в седле, я благоговею перед жизнью, как пред высшим благом на земле. И еще не раз благоговея повторю соратникам своим: есть одна от смерти панацея — это жизнь, что отдана другим». Хорошо быть мужчиной, хорошо быть мужчиной и в беде роковой вознестись над кручиной, подшутив над бедой и зажечься лучиной и кручину забыть. Хорошо быть мужчиной, только надо им быть.
никогда и никому не удастся отнять у нас любовь к Родине, преклонение перед подвигом предков и нерушимую веру в будущее нашего Отечества. Мы приглашаем на сцену вокально-инструментальную группу «Союз-1502». Художественный руководитель коллектива, участник войны в Афганистане Дмитрий Чижов. Здравствуйте, дорогие друзья! С годовщиной вывода войск вас и хочется пожелать только одного. Живите долго, Шурани. Отмеряя шагами километры пути, мы всегда точно знали, куда нам идти. По горам, по ущельям, уходя в облака, что вернуться не все, мы не знали пока. В неподъемном РД есть запас МПК, есть вода и сухпай, 6 гранат на бока. Плащ, палатка и муха, вот и весь мой расклад. На плече автомат и откинут приклад. Это наша дорога, и нам надо дойти. Не хотел никого я потерять по пути, но судьба, вот злодейка, все решала на раз. И дай бог, чтобы дольше, третий тост не за нас. Третий тост не за нас. Есть у каждого много разных путей. Отучились, женились, воспитали детей. Заработали денег, пили колу и квас. Ну а нам выпал жребий, выполняли приказ. Это наша дорога, и нам надо дойти. Не хотел никого я потерять по пути, но судьба, вот злодейка, все решала на раз. И дай бог, чтобы дольше, третий тост не за нас. Третий тост не за нас. Спасибо. Спасибо. Группа 1502.
мы приглашаем на сцену старшего прапорщика, дочь боевого офицера-десантника, солистку ансамбля ВДВ, заслуженную артистку России Ирину Савицкую и заслуженного артиста России Яна Осина. Зажигай.
замечательный танец никого не оставляет равнодушным. Он так же, как и песня, вдохновляет и объединяет. И мы приглашаем на сцену ансамбль «Песни и пляски ВДВ» с танцем «Десантная барыня». Художественный руководитель, подполковник Владислав Твердый.
пляски воздушно-десантных войск. Мы приглашаем на сцену Александра Мардовина с песней «Прежде всего в любовь». Женщина в погонах.
России служил, женщины в погонах, хоть и не очень рыжие блондинки, но в военной форме всеми как картинки. Армия без женщин, а солдат без каши, а оставьте только пересуды ваши. Мы окопы роем, мы и раны лечим, только и способность нашу обеспечим. Тянут ко дну боль и грусть.
всех любовь. Кто перед мне прочит, и язык ей проще на твердом берегу. Им не дано понять, что вдруг со мною стало, что вдаль меня позвало успокоить, что меня. Всегда.
со мной. Устала в вечной возни, рядом идут парадом пустые сонные дни. Когда уже надоело все, когда сломался эскиз, верю я то, что меня спасет от тоски. Ой, моя дорогой, как люблю я дом с тобой. В дальние дали, на стела кидали всегда. Ты была со мной. Стоят над нами, с нами Бог и ставит знамя, и родной АГБС.
несмотря на то, что новый только нам на это дело наплевать. Была бы мечта покрепче, и не больше, и не меньше, все равно с ходой за нас воевать. Было бы мечта покрепче, и не больше, и не меньше, все равно с ходой за нас воевать. Ну а если кто-то в бок, за него сыграет в бок, здесь ребята не жалеют ни о чем. Есть у нас еще приселье, деньги, лодки, не консервы, и могила занесенная песком. Есть у нас еще приселье, деньги, лодки, не консервы, и могила занесенная песком. Говорят, здесь русский немалый, может, стал генерал, ну а если вдруг не будет, не загнят. И найдем себе другого, ах, несчастье такое, и быть может, позабудешь про меня. Ты найдешь себе другого, ах, несчастье такое, и быть может, позабудешь про меня. За друзей, за друзей, которые сегодня здесь, сейчас еще с нами рядом, и, конечно, за тех друзей, которые сегодня с нами нет. Все равно, все.
за дружбу прежних лет, пьем только не вино. За друзей и скажем лишь одно, мы с нами все равно, все равно. И, конечно, мы не можем не уйти с этой сцены, не спев песню, которая была написана специально на вывод наших войск из Афганистана, которая звучит в каждом нашем концерте. Мы уходим. Небесных вершин по ступеням обугленным на землю сходим под прицелы залпы наверх души. Мы уходим, 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 прощайте, горы, вам видней. Не были мы в краю далеком, пускай не судит, а на Бога нас кабинетный грамоте. До свидания, правда, этот призрачный мир не пристало добром вспоминать тебя в роды. Только что-то грустит боевой командир. Уходим, 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 прощайте, горы, вам видней, чем наша боль и наша слава, чем ты, великая держава, искупит слезы матерей. Нам вернуться сюда больше не суждено. Сколько нас полегло в этом долгом походе, и дела недоделаны полностью дно. Уходим, 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 прощайте, горы, вам видней. Какую цену здесь платили, врага какого не добили, каких оставили друзей. Друг с вертовым носом, зимы на троих. Столько нас тут уцелело, в лихом разверзлове. Третий дост, даже ветер на склоне затих. Уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, вам беги, что мы имели, что отдали. Надежды наши и печали, как уживутся среди людей. Биографии наши полдюжины строк, социологи в диску, сейчас они в море, только разве по глазкам на утро-восток. Уходим со стога, уходим, уходим, прощайте, горы, вам видней. Где были мы в краю далеком, пускай не судит одна Бога нас кабинетный грамотей. Прощайте, горы, вам видней, какую цену здесь платили, врага какого не добили, каких оставили друзей. Уходим со стороны, уходим. Нашу программу «Юное поколение артистов». Мы приходим.
приглашаем на сцену детский хор «Юные патриоты» с композицией «Служить России». Thank you.
Дорогие друзья, хотелось бы поблагодарить организаторов сегодняшней нашей встречи. Это Московское объединение организаций локальных войн и военных конфликтов. И Общероссийскую организацию ветераны боевых действий в России. Международный союз общественных объединений, Общественный комитет ветеранов войн. Также мы благодарим за поддержку правительство Москвы, Министерство обороны и фонд «Рубиновая звезда». За предоставленную площадку и помощь в организации концерта в Центральном академическом театре Российской армии. Благодарим организаторов концерта и приглашаем их для памятного фото на сцену. И еще благодарим наших замечательных артистов за их великолепное творчество, за такую возможность и за такое большое умение дарить такие яркие эмоции, дарить радость. Спасибо. Дорогие зрители, нашим, конечно. От всего сердца мы желаем всем победы, добра, благоденствия и крепкого здоровья. До новых встреч!